Всем привет! Любимая многими рубрика «Контрольная закупка». На самом деле, я считаю, что давно уже тема себя исчерпала, что и так понятно, что много везде подделок, даже не много везде, а большая часть камней, которые вы видите по телевизору, в магазинах, в интернетах, это подделки, но тем не менее вы продолжаете мне накидывать и накидывать. Пожалуйста, проверь вот этих, что скажешь вот про этих. Много десятков людей мне прислали вот этот интернет-магазин. Не знаю, есть ли он в реале, офлайн, да. Silverstone Rus называется. Я сразу вижу цену. Вот посмотрите цены, да, и говорю, что, ребят, ну, конечно же, это подделки. Многие начинают со мной спорить, что, ну, почему вы в этом уверены, почему вы так думаете, а что вы так вот прям на глаз определили? Ну, стандартная тема, вам много раз рассказывал. И говорят, Константин, посмотрите, у них все очень солидно, студийная съемка, прям так все красиво показано. Ну, не может же такого быть, что прям вот обманывают. Ну, не похоже на мошенников, да? Поэтому пришлось закупить. Закупили два набора. Ну, а сразу, что, чем мелочиться, сразу решили по наборам выступить, да? Вот, смотрите, изумруд. Один на 1,4 см, 2990, да? Вот, и сапфир с астеризмом, то есть звездчатый сапфир, 17 размер, 4490 рублей. В принципе, я вот только цену вижу, мне уже все понятно, но вы прям... Многие из вас прям упорно спорили, писали, что нет, все солидно, все выглядит нормально, все красиво. Не должны обманывать, да? Опять же, нас подкупает этот момент, что вот как часто, да, в магазинах. Если у владельца есть Mercedes, он в красивом костюме, значит, он не может быть обманщиком. Ну, никак, это исключено. Вот. Опять же, кто я такой, чтобы опираться на мое слово? Поэтому у нас есть что... Та-дам! Правильно. Два сертификата. Сейчас будем все рассматривать и обсуждать. Итак, смотрим, да. Вот у нас сертификат. Смотрите обложечку. МГУ. Вот у нас роспись. Вот у нас этот, как его? Знак, да. Вот, посмотрите, кто не знает, как пользоваться, номер и дата, да? Нужно зайти на сайт, вот на этот сайт, забить там вот этот номер, эту дату, и вы там увидите полную инфо по этому кольцу. Мало ли, может, я эту бумажку распечатал, да? Ну вот, как бы я не умею взламывать сайт МГУ и там выкладывать... информацию, нужную мне. Плюс есть быстрый переход по QR-коду. Вот кто проверяет все, что я говорю, правильно делает. Вот вам, пожалуйста, QR-код. Заходите, смотрите. Так вот, проверяем. Вот кольцо у нас на фото. Вот оно в жизни. Похоже? Похоже. Звезды в сапфире сейчас нету, потому что мы в помещении. У нас вот тусклое освещение. Сейчас в Москве. В Москве погода плохая. Поэтому завтра я, к счастью, улетаю. Но если на улице выйти, звезда есть. То есть тут все справедливо. Сапфир действительно с эффектом астеризма. То есть он звездчатый. И читаем теперь, что у нас написали эксперты. Синтетический сапфир. Ну, то есть подделка, да, синтетика. Стоит он, ну, $1, может, 2. Вот, собственно, чего мы ожидали. Тут все понятно. Так. Дальше. Тут интересней штука. Смотрите, сначала смотрим номер, дату, да. Кто любознательный, молодцы, проверяйте на сайте. Вот, проверяйте по QR-коду. Вот вам QR-код. Сейчас, секундочку. Тут пленка мешает. О. Вот так его хорошо видно. Вот, смотрим кольцо. Похоже? Похоже. Сейчас вам поближе его покажу для интереса. Я, конечно, не знаю, кто может назвать это изумрудом. Вот, но, тем не менее, видите,
Они это называют изумрудом. Вот. И что нам тут написали? Смотрим. А написали нам следующее. Природный силимонит. Темно-зеленый овал. То есть это даже не кору, не берилл, залитый стеклом, и не плохой некачественный изумруд, залитый стеклом, а это какой-то силимонит. Разберемся, вдруг это дорогая штука, да? Вдруг нам подложили что-то дорогое и хорошее. Вот, написано, присутствуют следы облагораживания, покрашивания. То есть его залили краской какой-то. Ну, какая-то хрень, типа стекла с краской, что-то такое, да? Вот, значит, еще раз, росписи все, все печати, все есть. Вот вам, пожалуйста, обложка. Вот, сейчас обсудим, что это такое у нас. Итак, с сапфиром все понятно, это обычная синтетика, которая не стоит ничего, да, ну, то есть, ну, 70 рублей она стоит, да. Вот, что такое силимонит? Вот тут интересно, да. Смотрите, вдруг это какая ценная штука. Вот, пожалуйста, вам фоточки. Вот так выглядит силимонит. Посмотрите, вот одна фоточка. Вот вторая фоточка. Посмотрите внимательно. И вот третья фоточка. То есть это некая штука, которая по виду выглядит как булыжник. Ничего общего с драгоценными камнями не имеет. Никакого отношения к бериллу не имеет. Вот вам для сравнения. Берилл, который иногда облагораживают, заливают стеклом с краской и выдают за изумруд, да? Вот смотрите, кругленький. Я специально прям подобрал плохого качества, да? Вот именно такие бериллы обычно используют для того, чтобы его облагородить и выдать за изумруд. Ну, тоже мошенники, по сути. Вот вам еще берилл, пожалуйста. Вот вам еще, пожалуйста, берилл, тоже кругленький. Кстати, вот этот вообще мне нравится, красивый. Я бы такой купил. Мне нравятся камни со включениями. Вот вам тоже берилл. Вот, то есть, получается, что взяли какие-то булыжники, залили их стеклом с краской и, значит, выдали за изумруд. То есть, это даже не синтетический изумруд, а это просто булыжник, залитый стеклом, да? Мошенничество ли это? Ну, на мой взгляд, я, кстати, юрист именно по российскому законодательству, да, это мошенничество. Можно подавать в суд? Можно подавать в суд. Вот, значит, мы написали им, сейчас я посмотрю переписку, секундочку. Занималась закупкой моя сотрудница, мне некогда этим заниматься, да. Так. Написали, значит, что у вас камни оказались подделкой. Там ответили, напоминаю, это у нас Silverstone Rus, да? Ответили, почему вы так думаете? Ну, мало ли, правда, почему? Может, просто вот соседка сказала. Вот, скинули фоточки всех сертификатов. Вот, ответили, спасибо, вы не интересовались природой сапфир или нет? То есть, оказывается, если интересуешься, и там написано, что сапфир, да? Ну, можно продать подделку, как бы это не проблема. Мы его позиционируем как выращенный. Ну, видимо, мы должны были понять как-то телепатически, что он выращенный, да? Вот, потому что вначале я показывал картинку, по которой я покупал. Там я не заметил ни слова про синтетику, про подделку. Вот, дальше интересно сейчас будет. По поводу силимонита. Он встречается еще реже, чем берилл такого качества. Понимаете? Вот те серые булыжники, они редкие и ценные. Вот, мы готовы вернуть деньги и принять возврат. Опять же, это пока слова, да, я думаю, что если мы начнем возвращать деньги, то они просто уйдут со связи. Далее, значит, я ответил, ну, во-первых, как я должен был понять, что сапфир искусственный, что вообще все это подделка, что это ни хрена не изумруд, а это не изумруд, как мы убедились. И кто мне заплатит за сертификаты и за такси, моя сотрудница гоняла туда-обратно, причем два раза, да, получается, она съездила туда-обратно, отдала изделие, потом она съездила туда и обратно забрала сертификаты. На что мне ответили, ну вот, это я переписку выкладываю, просто вам кратко рассказываю. На что мне ответили, сертификат — это ваша инициатива, камни сейчас на 99% облагороженные. Дополнительную информацию мы предоставляем по запросу. То есть нужно спрашивать, когда покупаешь, написано изумруд,
Надо спрашивать, а он насколько сильный изумруд вообще? И как бы облагороженный камень – это когда изумруд, залитый маслом. Это облагораживание. То есть натуральный изумруд, в нем были трещины, включения, взяли маслицем, подлили, он стал такой чистенький, прозрачненький. Вот это облагораживание. Потом, например, когда сапфир нагрели или залили стеклом. Это тоже облагораживание, но это надо обязательно указывать. Поддельные сапфиры и какой-то булыжник, залитый стеклом – это не облагораживание, извините, совсем вообще. Вообще не облагораживание, это подделка. Вот, ну и дальше там у нас диалог, что, а как мы должны были понять, что это, значит, сапфир не натуральный. Мне дали вот такой скрин, я, к сожалению, плохо разбираюсь в инстаграмах во всяких, да, в этих ваших. Вот она тут прям обвела синеньким, что смотрите, сапфир ГТС с астеризмом. А, нет, сапфир ГТ, Г.Т. с астеризмом. Вопрос, могла ли она это потом там подписать под этим постом? Я вот не знаю, не шарю. Но этот пост сразу после нашего диалога, он просто исчез вообще. Вот, я уверен, что когда мы покупали вот этих ГТ, там не было. Во-первых, во-вторых, окей, если я обычный покупатель, как я должен понять, что обозначают вот эти ГТ точки, да? То есть, если ты продаешь подделку, напиши не натуральный, синтетический, поддельный. Во-вторых, смотрите, я наскринил вообще их товары, вот то, что они продают. Вот смотрите, набор с изумрудами. Написано, камень изумруд природный. Я не вижу тут ни ГТ, ни заливка, ни что это булыжник краской залитый, ничего не вижу. В скобочках берил. Как выглядит берил, я вам показал. Что у нас здесь, тоже я вам показал, да? Давайте еще листаем. Вот еще сафиры со звездой. Камень сафир со звездой. Размер та-ля-ля. Не вижу тут про ГТ никаких. Или там геотермальный, или как они их называют. Еще листаем другой набор. Камень сафир с астеризмом опять. Да? Вот. Тоже ничего нет про то, что они позиционируют их как синтетику, как подделки, как что-то другое. Пожалуйста. Камень, рубин и изумруд. Серьги с кольцом. Природные. Размер 18. Размер кольца можем скорректировать. Ни слова о том, что это нифига не изумруд и нифига не рубин. И даже это не корунд в случае рубина и... Ну, как бы камни вообще никакого отношения к натуральным не имеет совершенно, к тому, что тут написано. Еще смотрим. Так, это какие-то мега-серьги с дизайном, да? Вот. Дизайн, кстати, неплохой. Камень-сафир природный, со звездой, черное радирование, серебро 925 пробы. Никаких ГТ я не вижу тоже тут совершенно. Ну и давайте последнее посмотрим. Серьги... прямоугольные, камень-изумруд природный. То есть натуральный, да, получается, правильно? Как бы, в чем момент? Вот, конечно, мошенники, естественно, мошенники. Вот, природный матовый, то есть, по сути, можно подавать в суд и выигрывать дело, и требовать компенсацию, и все остальное, но, к сожалению, это будет тянуться годами, это все прекрасно понимают, собственно, это, я думаю, расчет идет. И ладно, там понятно, что люди, которые разбираются в камнях, они прекрасно понимают, что не может... Ну, то есть вы сейчас скажете, ну а что ты хотел за 5000 рублей? Ребят, я-то ничего не хотел, но многие ведь действительно хотят, многие верят, да? Потом, опять же, страдает моя репутация, потому что те, кто купил вот эту вот сельманит, залитый стеклом с краской, они уверены, что я мошенник, почему я так дорого продаю изумруды и сафиры, да, хотя вот хорошие люди, добрые, честные, продают их по 5000 рублей. Вот, поэтому вопрос такой принципиальный, плюс вы действительно мне очень много и упорно в течение где-то, наверное, 6 месяцев накидывали именно вот этот портал. Ну вот, собственно, я решил сделать контрольную закупочку. Вот такой неприятный момент. Silverstone Rus, пожалуйста, отмечайте у себя... Да, что вы продаете подделки, что это не корунды, никакие не изумруды. Вы же обманываете бабулек, пенсионеров всяких, не знаю, там парень девушке захотел сделать подарок, ну как-то неприятно. Вот, всем привет, сертификат и еще раз сертификат. Это очень важно, обязательно всегда. Требуйте со всех в обязательном порядке и с меня тоже обязательно.